Обыскивать и устраивать досмотр личных вещей никто не имеет права, кроме правоохранительных органов. Зная это, карагандинка Айгуль Бекижанова не разрешила охранникам супермаркета заглянуть в пакет, с которым зашла. За что нарвалась на скандал. В итоге женщину выгнали из магазина с позором. Свою правоту женщина готова доказать. Вот с таким пакетом Айгуль Бекижанова не раз заходила в один из супермаркетов. Ее профессиональная деятельность связана с документами, иногда приходится работать с ними дома. В супермаркете ей поневоле приходилось скандалить с охраной, которая просила показать содержимое пакета. Согласно закону, обыскивать и устраивать досмотр личных вещей могут только полицейские в присутствии понятых, а сотрудники супермаркета могут только просить показать содержимое сумок и небольших пакетов, чего не было сделано в магазине, утверждает Айгуль. Сейчас женщина намерена доказать свою правоту в судебном порядке. Специалисты супермаркета от каких-либо комментариев отказываются. Если не будет никаких официальных извинений, если не будет какого-то официального письма о том, что я права, мне важно теперь доказать, что я права, и в принципе я не вижу оснований, если они будут себя так вести, я могу обратиться в суд.